Пока в Украине с легкой руки чиновников МВД сливают персональные данные в открытый доступ, в Швеции из-за более мелкие нарушения отправляют в отставку. Из-за утечки персональных данных граждан своих постов лишились министр внутренних дел Андрес Игеман и министр инфраструктуры Анна Юхансон. Оппозиция требует также увольнения министра обороны. Причина в том, что информация обо всех автомобилях в стране, в том числе военных и полицейских, стала доступна чешским и румынским IT-сотрудникам. Рассекречены данные об уголовных преступлениях. Виной этому шведское транспортное агентство. Там не провели проверку, когда в 2015-м передавали обслуживание своих баз данных в американскую компанию IBM. К слову, главу агентства тоже уволили в этом году.